Здравствуйте, я доктор и член преподавательского состава Гокайбура Каккуш. Я являюсь также руководителем кафедры компьютерной инженерии с 2018 года, года основания нашей кафедры. Я получил степень бакалавра в Эгейском университете на кафедре компьютерной инженерии, степень магистра в Босфорском университете, а степень доктора в университете Тракия. С тех пор я работаю в Стамбульском университете Айвансарай. Мы можем дать определение кафедры компьютерной инженерии, разделив ее на два отдела – инженерный и компьютерный. Мы даем выпускникам кафедры компьютерной инженерии звание компьютерного инженера. Наши ожидания от компьютерного инженера таковы, чтобы он мог работать в сфере современных технологий таким образом, чтобы использовать теорию на практике и, в частности, уметь решать проблемы. Если учесть, что компьютеры используются во всех областях, связанных с технологиями, таких как социальные сети, облачные вычисления, умные дома, умные города, то задача компьютерного инженера состоит в том, чтобы создавать дизайн и проводить исследования, которые сделают эти технологии готовыми к использованию. Дефицит компьютерных инженеров как в нашей стране, так и во всем мире довольно высок. Мы работаем, чтобы восполнить этот пробел, выпуская наших квалифицированных студентов. Уроки, которые преподаются на нашей кафедре, можно разделить на четыре основные категории – физика, математика, линейная алгебра, дифференциальные уравнения, преподаваемые нами в рамках основополагающих инженерных дисциплин. У нас также преподаются такие дисциплины кафедры, как алгоритмы программирования, операционные системы, управление базами данных, управление сетью. Вдобавок к этому у нас есть элективные уроки кафедры, преподаваемые на третьем курсе. На таких элективных уроках мы рассматриваем более подробные темы, такие как, например, искусственный интеллект, машинное обучение, мобильное программирование. Наконец, есть общие курсы по выбору. Здесь вы можете выбрать курсы из различных факультетов нашего университета по различным темам для личного и социального развития. На нашей кафедре мы используем две базовые лаборатории. Специальная лаборатория Mac, оснащенная компьютерами Apple. У нас есть также лаборатория ПК, в которой все наши студенты могут использовать базовые программы. Наши студенты должны завершить свою практику непосредственно перед тем, как перейти к последнему курсу. Это нужно для того, чтобы получить практические знания и применить теорию на практике. Кроме того, студенты четвертого курса, особенно во втором семестре, готовятся к деловой жизни, реализуя дипломный проект. Как и во всем нашем университете, программа Erasmus широко популярна и на кафедре компьютерной инженерии. После подачи заявки, студенты, которые соответствуют требованиям среднего балла и другим правилам, могут воспользоваться программой обмена сроком до 12 месяцев. После окончания учебы наши студенты, безусловно, смогут работать в любой отрасли. На самом деле, я уже несколько дней задаюсь вопросом, в каких областях они не могут работать. Я не вижу ни одной области, в которой они не могли бы работать. У наших студентов есть прямой доступ к преподавателям или администрации, если у них есть какие-либо трудности. Мы особенно интенсивно используем приложения для мгновенного общения. Они могут обращаться к нам напрямую в любое время суток и таким образом решить свои проблемы. Стамбульский университет Айвансарай расположен прямо в центре Стамбула. Если мы посмотрим на это с точки зрения компьютерной инженерии, то этот сектор в большинстве своем находится в Стамбуле. Что касается доступа к такого рода бизнес-сети в Стамбульском университете Айвансарай, у меня есть только одна рекомендация. Наш университет показывает большой успех в такое трудное время, поэтому наши ученики и академический персонал должны продолжать твердо верить в себя. Я бы посоветовал всем поступать сюда с мужеством и страстью и продолжать свою работу с нами. Мы с нетерпением ждем студентов, которые выберут кафедру компьютерной инженерии Стамбульского университета Айвансарай.